Уважаемые скорпионы, всем доброго времени суток. Вы на канале Око Таро, с вами Ольга. И сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 19 по 25 июня включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Что мы сегодня просматриваем? Общие события всего этого периода. Все, что может быть связано с вашей профессиональной сферой, все, что касается работы, карьеры, ваших возможных доходов, расходов, кредитных линий. Рассматриваем вашу личную жизнь, и те, кто в паре, и те, кто в свободном поиске. Также в раскладе будут карты скрытых факторов. В них может быть как позитив, так и негатив. Рассмотрим внешний мир в отношении вас и ваши возможности в этом периоде в общем. Подведем итоги этой недели, посмотрим, какими для вас могут быть выходные дни. И также в раскладе будет участвовать карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания. Та карта, которую я достану самой последней, после основной выкладки всех карт вашего расклада, и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте сейчас о своем желании. Колода настраивается на вас. Работать мы с вами сегодня будем на колоде Таро Иллюминатов, а помогать нам будет темный оракул, который вы также видите на столе. Его я буду использовать для дополнений. Напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы можете делать и по асценденту, и по своему основному знаку зодиака, и то, и другое. Верно, колода фактически готова. Предварительно я ее уже подготавливала. Кому нужно больше времени на свой вопрос, желание, нажимайте на паузу, а я приступаю к выкладке. Колода готова. Уважаемые скорпионы, все карты перед вами, и я приступаю к чтению вашего расклада. То, что я вижу в основе вашего расклада, в вашей жизни действительно есть какие-то перспективы и возможности. Многие из вас показаны как люди, которые в жизни уже чего-то добились. Вы прочно стоите на своих двух ногах, и вы четко знаете, чего вы от жизни хотите. Планов и проектов на будущее очень много амбиций, очень много желаний. В общем-то, вы двигаетесь в направлении тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. Но в этом периоде все-таки вас могут беспокоить и проблемы какого-то старого характера, или какие-то накопившиеся вопросы, которые в любом случае нужно решать. И это может быть не одна проблема. Я вижу, что у кого-то здесь стоят вопросы, связанные с дорогами, с поездками. Почему-то для вас это болезненный вопрос или в какой-то степени сложный, хотя разрешимый. Если говорить о женщинах-скорпионах, однозначно у вас прекрасно развита интуиция, и вы должны к ней прислушиваться. Если говорить о мужчинах, у вас также очень неплохая интуиция, но вам стоит прислушиваться к советам той женщины, которая может оказаться рядышком с вами. Для кого-то это любимая, супруга, возлюбленная. Для кого-то может быть любимая и супруга в одном лице, но не факт. Для кого-то это может быть подруга, родственница или важная особа из внешнего мира. Я вижу, что женщина, если говорить о мужчинах, действительно вам способна давать какие-то ценные советы и подсказки, потому что именно благодаря женщине в ближайшее время у вас что-то будет решаться, меняться, и вы эту помощь будете ощущать. Я вижу, что многие из вас умеют зарабатывать, и у кого-то уже есть подкопленные деньги, немалые. Но если меня смотрят те люди, у которых до сих пор нет денежного резерва, я вижу стремление, чтобы вот этот денежный резерв у вас был как финансовая подушка безопасности. И у вас даже будет получаться по чуть-чуть, понемножечку в ближайшее время денежки отлаживать. Ваш расклад начинается сразу с карты старшего аркана повешенного. Конечно, эта карта может говорить о том, что какие-то дела или важные для вас вопросы в начале периода тормозятся. В особенности, если говорить о понедельнике, то каких-то важных или серьезных дел начинать не стоит. Также карта может говорить о том, что в недавнее время в вашей жизни были какие-то обстоятельства, которые вас немного сковывали, потому что вы в постоянном ожидании.
каких-то перемен, изменений. Вы можете себя чувствовать как заложники судьбы или заложники той или иной ситуации. И карта может говорить о том, что в дне сегодняшнем, что в недавнем прошлом вам постоянно приходится чем-то жертвовать ради каких-то своих целей, идеалов, достижений. Но даже когда у вас что-то в задержках, я вижу, что вы ко многому относитесь очень разумно. То есть вы понимаете, что, возможно, либо высшие силы вас куда-то не пускают, потому что карта может говорить о том, что если сейчас чего-то не происходит или не происходило долгое время, значит, возможно, оно вам было и не нужно. Возможно, по этой карте вам к чему-то нужно лучше подготовиться, что-то переосмыслить в жизни, пересмотреть что-то в своем сознании. Великолепная карта для медитативных практик, и вот как раз состояние внутреннего покоя помогает вам принимать верные и правильные решения. То есть никаких решений под воздействием, в особенности негативных эмоций, принимать не следует. И если говорить о вашем общем запасе энергии, то эта карта может показывать довольно-таки низкий запас энергии. Либо вы устали, либо на физическом уровне есть некоторое беспокойство. Вот если говорить об отдыхе в начале этой недели, то по этой карте любой отдых был бы для вас благоприятен. И карта говорит о том, что если вы не готовы к каким-то решениям или каким-то действиям, просто не делайте ничего. Но долго в таком состоянии подвешенном находиться вы не будете, потому что уже на входящие события для вас выпала очень активная карта тройки монет. Карта деловая, карта финансовая. Она может показывать любые вопросы, которые связаны с работой, с вашим развитием, с какими-то коммуникациями, с образовательными процессами. Вы сами чему-то можете учиться и также кому-то что-то можете преподавать в той сфере, в которой у вас уже знания накоплены. Вы показаны как человек уважаемый, человек, с которым считаются. Вы со многими стараетесь найти общий язык, вы умеете договариваться. Если вы за какое-то дело и беретесь, то делаете что-то на совесть или на качество. И многие как раз за вот эти качества вас высоко оценивают. Карта может предполагать любого рода выгодное и плодотворное сотрудничество с другими людьми. Также карта может гарантировать поступление денег в этом периоде. Также, если меня смотрят люди, которых волнует карьера, продвижение по карьерной лестнице, по этой карте для вас это также возможно. Но действительно, может быть, в этом периоде или в самое ближайшее время вы будете в чем-то поднимать уровень своей квалификации. И я вижу, что вы с кем-то по поводу чего-то советуетесь, у вас могут быть хорошие наставники или хорошие учителя. Также в центр вашего расклада, в основные кармические события, выпала еще одна материальная карта, и в данном случае это четверка монет. Карта жизненной и в том числе финансовой стабильности и финансового равновесия. Конечно, эта карта не показывает каких-то огромных сумм денег, но финансово вы 100% на плаву. Основные рабочие позиции для тех, кто при работе, вы удерживаете, при этом вы способны что-то улучшать. Вы очень ревностно относитесь ко всем успехам или достижениям, которые имеете. Может быть, пытаетесь в работе немножечко обособиться или как-то отделиться от толпы, потому что есть больше желания работать на себя или работать самостоятельно. Но все равно вокруг вас может быть очень много людей, которые тут и там снуют, чего-то хотят, и вы так или иначе вынуждены с этими людьми общаться. Я уже говорила о том, что у многих из вас будет возможность понемножечку деньги откладывать. Для тех, у кого уже есть денежный резерв, я вижу, что вы пытаетесь сэкономить и деньги не потратить. Так как эта карта выпала в ваши основные кармические задачи, она как раз и говорит о том, что для вас и является основной задачей накопление финансов. А это говорит о том, что позже эти деньги вам для чего-то понадобятся. Тем более, что четверку монет в малом кресте вашей судьбы окружают еще две важные карты старших арканов. Одна из них – это карта суда, и вторая – карта старшего аркана императрицы. Если меня смотрят женщины, то императрица может показывать вас собственной персоной. Императрица выпала в дом финансов. Это говорит о том, что вы свои доходы способны увеличивать во много раз, и вы на пути к успеху. То есть карта гарантирует вам успех,
успех развития возможностей и в этом периоде, и на ближайшее последующее время, если брать следующую, последующую неделю, тоже карта гарантирует рост. Все зависит от вашего ума, способностей, от ваших предпринимательских качеств. А вы, натура, очень предприимчивая, грамотная. Вы способны не только развиваться сами, но и еще кому-то помогать, потому что за счет вас могут жить и процветать другие люди, те, кто окажется рядышком. Если говорить о финансовых любых манипуляциях, вы их проводите очень грамотно. Но в этом периоде, скорее всего, будут какие-то вопросы, которые нужно будет решать срочным образом. Карта суда может показывать любые вопросы, связанные с домом, с имуществом, с вашими близкими. Карта может затрагивать какие-то родовые вопросы, проблемы, когда вы обязаны кому-то помочь. И вы на себе вот эту ответственность ощущая, понимаете, что вы обязаны помочь, и вы это будете делать. Но карта говорит о том, что высшие силы тут же приходят к вам на помощь, даже если у вас возникают в этом периоде собственные проблемы или накладки. Потому что карта говорит о том, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Возможно, у кого-то карта действительно напрямую может затрагивать вопросы судов, следствий. Если вы с кем-то судитесь или выясняете отношения, скорее всего, ваш вопрос по-прежнему остается открытым. В него нужно будет вносить ясность. Вам еще нужно будет выходить на каких-то людей, которые могли бы вам дать дополнительный совет или оказать нужную помощь. Но нужная помощь будет оказана. Тем не менее, вопрос на ближайшее время все еще остается спорным. Повторюсь, что для кого-то это могут быть вопросы имущества, наследства, наследия. Возможно, и то, что кто-то в семье, в роду, в доме болеет, или это любые другие трудности ваших родственников, когда вы пытаетесь кого-то вытащить из тех затруднений, в которых ваши близкие оказались. Возможно, кому-то из вас по этой карте просто в этом периоде нужно будет подумать о каких-то важных бумагах, документах, оформлениях или переоформлениях, потому что какой-то вопрос вам нужно будет по-любому решать в ближайшее время. Все это может упираться в финансы, но деньги на решение данной задачи у вас будут. Также, если кто-то из вас в этом периоде захочет свои деньги куда-либо проинвестировать, вложить так, чтобы денежки работали на вас, карты показывают очень грамотные финансовые манипуляции, поэтому заработать и подзаработать вы сможете, несмотря на то, что в чем-то у вас нет полной уверенности. И если говорить о женщинах, даже несмотря на то, что вы очень грамотная особа, я все равно вижу, что многие ваши действия будут зависеть еще от одного человека, и в данном случае это мужчина. Возможно, мужчина земной стихии, это может быть телец, дева или козерог по гороскопу, но не обязательно. Возможно, это человек, с которым вы связаны либо работой, либо финансами, либо какими-то внутрисемейными вопросами, но связанными со сложностями. Друг друга здесь вы в чем-то способны поддержать. Если меня смотрят мужчины-скорпионы, опять-таки, без поддержки женской особы вам также не обойтись. Что немаловажно, что на внешний мир мы видим выпавшую также материальную карту. А это говорит о том, что из внешнего мира к вам также в этом периоде могут поступать дополнительные интересные предложения. Вы можете развиваться, вы можете с кем-то сотрудничать. У вас могут быть дополнительные проекты помимо основной работы. У кого-то может быть подработка. Императрица может говорить о том, что у кого-то уже деньги грамотно вложены, и эти деньги уже работают на вас. Те, у кого есть открытые кредитные линии, карта говорит о том, что вы с легкостью свои долги и кредиты будете закрывать. При этом вы еще помогаете всем своим родственникам. Если кто-то из вас в самое ближайшее время захочет оформить новую кредитную линию, для вас это тоже возможно. Хотя изначально показано, что вопрос упирается в некоторые сложности, может быть, чего-то придется ждать, но в конечном итоге нужный кредит вы получите, либо вам поможет финансово частное лицо. И если говорить о женщинах, вам нужно будет заручиться все-таки поддержкой кого-то из противоположного пола. То есть в данном вопросе все равно будете опираться на мужчину. И если говорить о мужчинах, вы будете опираться на женщину. То есть, оформляя определенный кредит, у вас должны быть поручители или те люди, на которых вы можете все-таки рассчитывать. Но получив
на руки нужную сумму денег, я вижу, что опять-таки вы эти деньги грамотно куда-то направляете по назначению. Что-то начинает развиваться, и вы будете делать еще очень много для того, чтобы задуманный вопрос развивался и дальше. Того, чтобы вам что-то угрожало на физическом уровне из внешнего мира, я не вижу. Но с домом, с семьей, может быть, с близкими людьми или из-за личных отношений все-таки в вашей душе я вижу очень много страхов. Все равно по картам возникает ощущение того, что далеко не всеми процессами своей жизни вы способны управлять. По крайней мере, то, что касается внешнего мира, то на что-то действительно вы повлиять не можете. Это могут быть какие-то политические обстоятельства и любые другие внешние факторы. Но при этом внутри своей собственной жизни вы способны что-то регулировать и менять, а это немаловажно. Давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто на сегодняшний день при работе, и дополнительную карту для тех, кто без работы или работу ищет. Те, кто при работе, для вас выпала карта Туза мечей. Карта очень хорошая, поэтому действительно вы можете начинать дополнительное что-то для себя, интересное, новое. Но что-то новое может быть сопряжено с некоторыми сложностями. Возможно, в основной работе в этом периоде какие-то вопросы будут стоять ребром. Доводите любое начатое дело до конца, будьте тверды в своих решениях, включайте логику, включайте аналитику и ни в чем не действуйте вслепую. Умейте высказывать свою позицию. Может быть, даже в некоторых вопросах, которые касаются дел, даже нужно проявить жесткость. Но это приведет вас к желаемому успеху. Теперь возьмем карту для тех, кто в этот период вошел без работы. Для вас выпала карта старшего аркана мага. Она тоже изображена под номером 1. Но в вашем случае это огромное желание работать исключительно на себя. Вы не хотите кому-то подчиняться и от кого-то зависеть. Вы действительно показаны как люди очень хорошие организаторы, люди очень грамотные, образованные, которые по жизни способны чему-то учиться, и вы действительно способны экспериментировать. Благодаря вашим внутренним талантам быть в чем-то очень убедительными, вы действительно способны многих людей склонять на свою сторону или что-то решать с помощью кого-то или за счет кого-то. Вы действительно по магу способны чем-то проманипулировать, вы способны кому-то что-то внушить. В тех вопросах, которые для вас важны, вам кто-то готов будет оказывать помощь, но на своих условиях. Скорее всего, эти условия вы будете принимать, потому что это может быть выгодно как вам, так и противоположной стороне. Карта может показывать одновременно и вопросы учебы, новых проектов и ни одного. Поэтому, если вы действительно хотите открыть что-то свое, начать что-то свое, у вас непременно получится. Но для женщин это 100% мужская поддержка. И, скорее всего, это очень влиятельный человек, который вам поможет либо с какими-то рабочими процессами, либо с трудоустройством как с таковым. Если говорить о мужчинах-скорпионах, то здесь и говорить нечего. Вы предприниматели от рождения, поэтому все в ваших руках. Даже если вы работаете не на себя, а будете работать на кого-то, эта карта говорит о том, что вы очень быстро вливаетесь в любой коллектив, берете бразды правления в свои руки, и очень быстро какие-то процессы оказываются в вашей власти, потому что вы всегда стремитесь к лидерству и к управлению людьми. Поэтому по этой карте без денег, без доходов вы явно не будете. Две интересные карты и для тех, кто работает, и для тех, кто пока без работы. Посмотрим, что происходит в вашей личной жизни, в ваших семьях, в ваших домах. Вначале зайдем в гости к нашим семейным, тем, кто на сегодняшний день в отношениях. Для вас выпали две достаточно сложные карты. Это восьмерка мечей и карта старшего аркана суда. Конечно, отношения, я бы сказала, не просто сложные, а в какой-то степени критические, потому что вам в этих отношениях невыносимо. Вы устали, чувствуется болезненность. Накопились и какие-то бытовые проблемы, и на уровне общения вы не всегда друг друга слышите. Возможно, вам хотелось бы уйти, вырваться, что-то поменять, но не получается сейчас,
поменять что-то быстро. У кого-то действительно в доме могут рассматриваться или оговариваться вопросы имущества или каких-то проблем ваших родственников, и вы во всем этом варитесь постоянно. Но все-таки даже здесь в вашу жизнь вмешиваются высшие силы для того, чтобы вы окончательно не падали духом. Все-таки эта карта показывает помощь. Если вы в ней в какой-то момент нуждаетесь, то на свою вторую половину вы все равно в чем-то можете рассчитывать. Хотя у него или у нее есть собственные сложности. Может быть, в доме кто-то есть болеющий, кому нужна медицинская помощь, потому что карта суда может показывать и вопросы медицины. Если меня смотрят те, у кого действительно отношения дошли до критической точки, и вы хотите все-таки их разорвать, то, скорее всего, расставание будет очень болезненным и в какой-то степени проблематичным, потому что у вас с вашим партнером или партнершей еще может предстоять борьба. Ну а теперь посмотрим, что происходит в жизни наших свободных скорпионов. Для свободных выпали три великолепные карты. Десятка монет, карта старшего аркана звезды и карта тройки жезлов. Все карты говорят о развитии, о возможностях, о потенциале, о том, что у вас очень много связей, контактов, уже каких-то отлаженных процессов, которые хорошо работают. Работа с общественностью, работа с информацией. Что-то решается с помощью соцсетей, очень много переговоров и делового общения. Вас могут ждать и какие-то важные дороги или важная информация в ближайшее время, которую вы сможете использовать себе во благо. Возможно, вы действительно от кого-то ждете обратной связи издалека. Та информацию, которую вы ждете, вы получите. Может быть, кто-то ждет для себя дороги. И, скорее всего, на ближайшее время вам тут предстоит не одна дорога возможных разъездов по тем вопросам, которые для вас важны. Карты могут показывать и дополнительное образование, поэтому если вы чему-то учитесь или собираетесь учиться, обязательно раскрывайте себя. Вы показаны как люди очень талантливые и творческие. Для вопросов любви карты тоже великолепные. Если вы с кем-то уже встречаетесь, карты говорят о том, что это отношения, скорее всего, не одного дня. В партнере или в партнерше вы можете быть уверены. Я вижу, что у вас есть общие устремления, общие задачи. Вы показаны оба не только как люди практичные, которые умеют зарабатывать. И объединив свой капитал с капиталом партнера, вы действительно можете развивать что-то дополнительно. Карта звезд и карта десятки монет может говорить о том, что кого-то ждут свадьбы, помолвки или любые торжественные события, или просто отдых, или, может быть, вы что-то будете праздновать в семье, или знакомиться с кем-то из родственников, или здесь просто будет очень много общения с друзьями и с вашей стороны, и со стороны того человека, который рядышком с вами. Для тех, кто по-прежнему в свободном поиске, эти карты просто гарантируют новые знакомства, выбор из возможных вариантов, поэтому просто не спешите, но я вижу, что в ближайшее время в вашу жизнь может войти очень достойный человек. Ну а теперь посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы для вас выпала Верховная Жрица, карта двойки чаш и карта короля чаш. Две карты чаш в скрытых факторах показывают очень много эмоций, переживаний из-за чего-то личного, из-за дел любовных, из-за встречи, из-за свидания, может быть, из-за какого-то любовного общения или переписки. Для вас очень важно, чтобы вас кто-то не обманывал, и, возможно, в какой-то момент вы начинаете в партнере или в партнерше сомневаться, но напрасно, потому что вот эти карты говорят о притяжении, о любви, о взаимности. Хотя, если говорить о женщинах, даже если вы с кем-то в отношениях, вы все-таки немножечко осторожничаете, еще не до конца уверены. В душе еще есть двойственность, но в то же время чувства любви вас могут укрывать с головой. Или ваши эмоции могут вас просто захлестывать, потому что здесь огромное притяжение. Но возможно и то, что кто-то действительно имеет дело с человеком не совсем свободным. Или даже если вы в отношениях явно, вы думаете о ком-то еще, если меня смотрят люди семейные.
Эти карты говорят о том, что вы ни в коем случае не будете одинокими. Я вижу, что вы любимы, вас любят, вас ценят, и партнер или партнерша готов будет для вас на очень и очень многое. Но, повторюсь, что из-за любовных вопросов будете немножечко нервничать или сомневаться, но напрасно. Если говорить о женщинах, на вашу жизнь действительно может влиять еще одна дама. Это может быть женщина постарше, это может быть мать, это может быть сестра, тетя, женщина, которая дает вам какие-то советы. Возможно, кто-то из вас будет обращаться к тарологам, астрологам, психологам, потому что карта Верховной Жрицы показывает женщину со способностями. Если меня смотрит женщина, которая чувствует в себе способности, или вы действительно являетесь практиками, карты очень хорошие и говорят о вашем развитии, или о том, что вы можете себя еще раскрывать и раскрывать. Ну а теперь посмотрим, чем неделя завершится. На завершение этого периода выпала девятка жезлов. Скорее всего, в выходные особо расслабиться не получится, потому что эта карта говорит о том, что накопились какие-то вопросы, которые нужно решать. Также эта карта может говорить о любых конфликтах, противостоянии, выяснении отношений. Ощущение от того, что вы с кем-то издалека выясняете отношения или пытаетесь что-то для себя прояснить, потому что что-то скрыто как бы от ваших глаз. И любое неведение вас может беспокоить. Ну а теперь посмотрим на карту основного совета или на карту форс-мажора. На основной совет для вас выпала карта старшего аркана мира. По этой карте вам открыты буквально все двери. Поэтому на ближайшее время, не только на период этой недели, последующие, ближайшего месяца, эта карта может захватывать очень большие промежутки времени. До конца года у вас во многом идет рост. Вам сами высшие силы будут благоприятствовать, помогать. И также эта карта показывает духов защитников, духов охранников, которые есть рядышком с вами. Эта карта может показывать новую страничку в вашей жизни, новый виток, какие-то обновления, но положительные для вас. Даже те стрессовые ситуации, которые, возможно, у кого-то есть сейчас, в конечном итоге разрешатся для вас максимально гармонично. Ну а теперь посмотрим на карту вашего желания, сбудется ли оно. На ваш вопрос выпала одна из самых сложных карт старших арканов, карта дьявола. Она дает как бы да и как бы нет, смотря чего вопрос касается. Карта говорит о том, что вопрос сложный, либо вопрос запутанный, либо в вашем вопросе есть еще какие-то третьи или четвертые лица, или ваш вопрос зависит от кого-то еще, или кто-то вмешивается, или кто-то может мешать. Возможно, в отношении вашего вопроса вам, собственно, самому или самой нужно идти на какую-то хитрость или интриги. Если вопрос касается каких-то сложных судебных дел, выяснений отношений, и вы надеетесь на правду, на то, что какая-то ситуация прояснится, карта говорит о лжи, о вранье, о манипуляции других людей вами или вашим сознанием. Если ваше желание касалось чего-то финансового, эта карта может говорить о том, что вы можете заработать, но это как неофициальный источник дохода. Но почему-то здесь показаны страсти, страхи, зависимость от кого-то и некоторая внутренняя неуверенность. Но внешне вы этого кому-то не показываете. Так как в вашем раскладе, если вы задавали вопрос на наличие того, есть ли в вашей жизни магия, оказывает ли кто-то на вас магическое влияние, эта карта дает однозначный ответ «да», на вас воздействует. То есть карта может показывать пробой на любом уровне. Если вы задали вопрос, стоит ли мне в ближайшее время проводить какую-то черно-магическую работу, эта карта тоже дает ответ «да». Скорее всего, по вашему вопросу у вас долго либо был какой-то застой, либо тоже неопределенность. Ощущение того, что вы действительно от кого-то постоянно зависите. Но если говорить о женщинах, то на ваш вопрос, который вы задали, по итогу, по факту, будет влиять два мужских лица, или от действий двух мужчин будет зависеть многое. Если говорить о мужчинах, скорпионах, очень многое будет зависеть от вас самого, но есть еще один мужчина, с которым вы будете тесно связаны. Но здесь какие-то очень непростые отношения. Поэтому карта двоякая. Если вы задали вопрос, смогу ли я, например,
подняться вверх по карьерной лестнице. Эта карта говорит о том, что сможете, но только с помощью интриг, но будьте готовы к тому, что кто-то будет вам действительно мешать и создавать встречные интриги в отношении вас. Или карта может говорить о том, что у вас есть очень мощный враг. Враг хитрый, сильный и коварный. И на другие заданные вопросы эта карта тоже может показывать скрытого врага или скрытые помехи. Давайте возьмем еще три дополнительные карты из темного оракула. Посмотрим, чем эта колода вас удивит или порадует. Будьте готовы к любой информации. Давайте смотреть. Огромная зависть рядышком с вами. Уже первая карта об этом говорит. Я вам прямо покажу эту карту. Есть какая-то женщина, если говорить о женщинах, явно, которая где-то рядышком с вами, и она считает себя либо лучше вас, либо выше вас. Но вы и сами склонны к некоторой зависти. Очень много в вашей жизни действительно может бушевать жизненных страстей. Но я вижу, что вас что-то очень сильно мотивирует. Или даже чья-то зависть, или чья-то злоба вас также может в чем-то мотивировать, что интересно. Берем для вас еще одну дополнительную карту. И здесь, конечно, возможности, прорыв. Эта карта говорит о том, что ваши враги вас, в общем-то, не достанут. Или даже ваши враги вас могут в чем-то активировать или простимулировать для того, что вы их же и обошли бы. Потому что эта карта однозначно показывает на конечный итог в чем-то успех конкретно для вас. Уважаемые скорпионы, таким для вас был расклад на этот период, поэтому оставляйте обратные комментарии, насколько эта информация для вас была интересна, важна и полезна. Подписывайтесь все те, кто еще не подписан, если вам нравится подача информации. И я не прощаюсь с вами. Я вас, конечно же, всех жду на следующей неделе, в следующих прогнозах. Всем удачи и до свидания.